Древнегреческий историк Фукидид считал, что если Спарта когда-нибудь исчезнет, а затем будет раскопана будущими поколениями, то по найденным следам никто не сможет определить, насколько могущественным было это государство. В чем своеобразие спартанского государства? Как было устроено общество и управление в Спарте? Каковы особенности образа жизни населения? Спартанское государство возникло на юге Пелопоннесского полуострова в плодородной долине с красивым названием Лаконика. В 11 веке до нашей эры местных жителей, греков-ахейцев, поработили племена греков-дарийцев. Победителей было намного меньше, чем покоренных, поэтому все они поселились в одном месте на реке Эврот. В 10 веке до нашей эры здесь возникла Спарта, несколько сотен отдельных поселений, без укреплений и оборонительных стен. С этого времени завоеватели стали называть себя спартиатами. Их поселение постепенно превратилось в центр могущественного государства. Основными органами власти в Спарте были Совет старейшин и Народное собрание. Совет старейшин состоял из 28 человек, избиравшихся пожизненно, и двух царей. Народное собрание – это общее собрание граждан спартиатов, на котором принимались важнейшие решения. Но только старейшины имели право выступать на собрании и предлагать решения. Граждане лишь принимали или отклоняли криками предложения старейшин. Командующими войском были два царя. Их должности передавались по наследству. Ежегодно избирались 5 эфоров, надзиравших за соблюдением законов и судивших за их нарушения. Они могли осудить и царей. Государственный строй в Спарте назывался олигархией, так как власть в ней принадлежала немногим. Население Спарты делилось на 3 категории – спартиатов, илотов и периеков. Свободными и равноправными гражданами являлись спартиаты. Они не занимались земледелием, торговлей или ремеслом, почти не интересовались наукой и искусством. Всю жизнь посвящали военным упражнениям, много воевали со своими соседями и преуспели в военном деле. Все захваченные земли и рабов спартиаты делили между собой поровну. Но трудились на этих землях илоты. Это были земледельцы-рабы, которые половину своего урожая отдавали хозяевам. Они не могли свободно передвигаться по стране. С разрешения верховных властей любой спартиат мог безнаказанно убить илота. Спартиаты охотились на своих кормильцев, тайком убивая сильнейших. Они делали это для того, чтобы вселить ужас в людей, сломить их волю к сопротивлению. Илоты ненавидели своих хозяев и часто восставали против них. Торговлей и ремеслом занимались периеки, переселенцы и их потомки. Они не были рабами, но и не имели гражданских прав жителя полиса. Периеки не могли участвовать в управлении государством. Поселения спартанского полиса были без крепостных стен. Спартиаты считали, что лучшей защитой полиса являются его воины. Поэтому воспитанием воинов занимались с раннего детства. В армии служили до 60-летнего возраста. Подготовка юношей к будущей суровой жизни воина начиналась с 7-летнего возраста. Мальчиков забирали из семей и объединяли в отряды сверстников. Их учили читать, писать и пользоваться оружием. Еда была неприхотливой и скудной. Из верхней одежды мальчик получали только накидку. Ходили босиком, молча, потупив глаза, и разговаривали только тогда, когда к ним обращались старшие или когда это было необходимо. Спали на открытом воздухе, без покрывала. Спартанские женщины пользовались большей свободой, чем женщины других греческих городов-государств. Наравне с мужчинами они могли заниматься спортом и военным искусством. Когда женщины отправляли своих мужей в поход, то желали им вернуться со щитом или на щите. И если мужчины возвращались со щитом, это означало, что они одержали победу. Погибших воинов приносили на щитах. С раннего детства спартанцы приучались говорить коротко и четко, поэтому и сейчас такую речь называют лаконичной.
по названию области Лаконика в Спарте, где именно так и разговаривали. Таким образом, Спарта превратилась в один из самых могущественных полисов Древней Греции. Все законы и правила поведения были направлены на укрепление власти спартиатов над покоренным населением. В Спарте существовала государственная система воспитания детей, которая отличалась от системы воспитания детей в других греческих полисах.